Граждане и гражданки, для восстановления порядка и безопасности населению воспрещается всякое хождение вне территории населенных пунктов без специального разрешения. Надо как-то закончить. За неподчинение приказу расстрел. Ну, как-то это слишком, может быть, что-нибудь другое придумать. А что, например? Ну, я не знаю. Арест на несколько суток. А где их держать? Двух-трех расстреляют, всем сразу станет ясно. Так что пиши. Расстрелять.